Розпочнемо, звісно, ми з Каховської гідроелектростанції. Вода розлилася на лівий берег. І, пане Роман, те, що ви казали, вже йде велика кількість інформації про те, що не лише змило першу лінію оборони окупантів, але й велика кількість живої сили в них загинула. Так и есть. Они предупредили, скорее всего, вот поэтому видно, что россияне в попыхах принимали решение на подрыв гидроэлектростанции. Они начали вывод, как мы вчера и говорили, где-то 2 недели назад, вот начало, это было видно из Олешек, потому что, ну, большой населенный пункт, и вывод тяжелой техники, оборудования с Олешек был заметен. Вот 2 недели они выводили. Пару, 2-3 дня назад, 4, наверное, уже назад, они начали вывод из больших населенных пунктов на левом берегу, причем до третьей линии обороны. То есть вот вывод был по тому зеркалу, по которому, вернее, по той территории, на которой потом зеркало воды разлилось. Опять же, элитные части, блатные так называемые, как они их сами и называют, уходили за третью линию обороны. А что такое третья линия обороны у россиян? Они в прошлом году, когда начали минировать станцию, вернее, уже ее закладывали для подрыва, они для себя определили, где будет линия воды, и за этой линией начали отстраивать третью линию обороны. Вот то, что в течение последних 2 недель и нескольких дней проводилось, но это отходили части с тяжелой техникой, то есть мотострелковые подразделения с новой техникой, вот их отводили. А тем частям, которые стрелковые, пехотные части, там некоторые мотострелковые, им даже не предупредили. Но и скорее всего, что подрыв произошел, вот принятие решения на подрыв было, ну, там, чуть ли не секундное, то есть что-то их очень сильно испугало. Может быть, готовность наших войск к форсированию Днепра в районе того же Херсона или попытка освобождения, допустим, Каховской гидроэлектростанции или готовность к этой попытке, очень сложно сейчас сказать. Это, я думаю, потом определим. Подорвали и, естественно, смыли и уничтожили, там реально много погибших россиян по левому берегу, особенно у истоков, вернее, у самой станции сразу, они не рассчитывали на такой удар воды, то есть он был уже, даже удар воды был нерасчетным. Подорвать-то они подорвали, но то, что вода так продавит и с такой интенсивностью начнет свое движение вниз, естественно, зацепило практически все части военные, которые у них на левом берегу были. Перевело сейчас в режим, ну, уже где-то на несколько недель, до месяца, вся эта территория затопленная, пока будет вода еще, а вода уже начала уходить, но она будет уходить еще, может быть, несколько дней, а засушиваться территория будет несколько недель. Потому на это время они себе создали такую довольно-таки хорошую линию обороны, которую, ну, ни одна часть, ну, наша уж точно не пересечет, пока она полностью, вода не сойдет и не просохнет. Вот они за это время, пока будет возвращаться Днепр в свои берега и просыхать поверхность, они постараются или укрепить эту третью линию обороны, или сейчас могут подвести к ней части уже из Крыма. Вряд ли они будут снимать воинские части с Запорожского, Донецкого или Луганского фронтов. А вот из Крыма для усиления третьей линии обороны они сейчас могут подтянуть воинские части. Пане Романе, ми вчора з вами говорили про те, що в Армянську є замінований завод «Титан», і тепер британська преса передає, і британська розвідка, що Росія цілком може ризикнути зробити провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Таким чином вона хоче вбити 2 зайців і зробити якусь ескалацію, так, в конвенційній війні, перейти її до хімічного зараження. І таким чином, не використовуючи ядерну зброю тактичну свою, але все ж таки спробувати зупинити військові дії і контрнаступальні дії Збройних сил України. Як ви оцінюєте такий хід подій?
Ну, логики в этом, конечно, нет абсолютно, тем более военной. Запорожская атомная, она в стороне от направлений движений войск. И от Орехова она очень далеко, и двигаться мы от Орехова будем в сторону Мелитополя на отсечение российского сухопутного коридора. И выход даже из тех же Новой Каховки или из-под Херсона после того, как все просохнет, он также будет в сторону Армянска, в сторону Крыма. То есть Запорожская атомная станция, с военной точки зрения, она она невесома в этом смысле. То есть никакого веса не несет. И смысла нет в военном отношении ее никак портить или там доводить до какого-то состояния. С точки зрения дальнейших каких-то шагов и манипулирования ситуацией на Запорожской атомной станции тоже, в принципе, нет перспективы, так как она никак, да, даже если они ее там подорвут, даже если там возникнет радиационное заражение, то это никак не повлияет на движение войск, абсолютно никак. Наоборот, еще усилит, так как россиянам же придется возиться с этой же проблемой. То есть они же там находятся на Запорожской атомной. Потому это создаст им еще большую проблему в этом месте. Никто уже не поведется на призывы российской или россиян в чистом виде, или их сателлитов китайско-французских, на замораживание конфликта или какие-то прекращение боевых действий. Это никому не надо, тем более нам. И потому я не вижу здесь военной целесообразности для выполнения таких задач россиянами. А вот минусов они, конечно, получат очень много. Росатом лишится всех своих контрактов, на него будут накладены страшнейшие санкции. У него не хватит активов для того, чтобы рассчитаться с работами по потом уже радиоактивному обеззараживанию. То есть не думаю, что на Запорожской атомной, тем более там находятся инспектора МАГАТЭ, не думаю, что на Запорожской атомной произойдут какие-то такого рода проблемы. А вот химическое заражение на Крымском Титане, здесь есть военная целесообразность. Вот как была военная целесообразность подрыва Каховской гидроэлектростанции, подрыв Крымского Титана также с военной точки зрения целесообразен. Он может задержать на некоторое время наступающие наши части. Вот, допустим, через месяц, как все подсохнет в районе Днепра, начнем форсирование Днепра и выход на Армянск. Там несколько дней, недель до Армянска. И вот для того, чтобы не дать или задержать наши части, россияне могут подорвать Крымский Титан. И облако этих химических элементов, они сейчас проминировали кислотоприемники, проминировали емкости с химреагентами, с хлором. То есть вот это облако может лечь по крайней мере, в районе Перекопа и не дать нам быстро сходу, допустим, пройти в Крым. А они могут потом чуть южнее Перекопа еще одну линию обороны, вот они уже ее там начинают отстраивать с участием, ну не с участием, там с примыканием к Севашу и к озерам воды или к плоскости воды. То есть они уже готовятся с помощью подрыва Крымского Титана остановить наши войска на Перекопе. Потому я думаю, тут больше у нас проблем все-таки не с Запорожской атомной, а с Крымским Титаном.